аккуратно. Тут вчера пришли 5 человек. Ага. Ух ты. Вообще. Это еще не вот. Еще вчера тут пробку Привет, их здоров! Пошли, пошли. Вот пацаны, которые вчера брали. Вот этот укреп. Ага. Отлично. Смотри, пушка направлена на мирный поселок, там где получается. Там стоит пушка. И куча гильз сейчас идет. С днем рождения сейчас, с юбилеем тебя. Вы чё, охуели, блядь? Это укропом фили. Это укропы. Могу обоссать, переселюдно обоссать. Глянь, братик, что еще? О. Давай так вот рвать будем. Фотографии есть. Сейчас подождем. Родственники, не родственников фотографии. Тихо, вот, планшет. Командир орудия, вот этого. Орудия, вот он, стоит. Командир орудия. Вот ихние, блядь, книжки, тетрадки, блядь, героям. Расскажи мне, куда это орудие стреляло. Вся вот эта хуйня, блядь, стихи. Вот это сторону Фащенки стреляло орудие. Все, украинская, блядь, пропаганда. Вот, против можешь снять, вот ему жена прислала. Ты знаешь, вот командир орудия, который стрелял, по-мирному. А вот его дочка. А вот его вся семья. О, где у меня стик, блядь, дай, такая, блядь. А что там на каска? А чё это дома? Это укроповская каска, блядь. Укроповская каска. Да, да.
блядь. Я, сука, обосру. А ну, подожди, подожди. Это мой брат, блядь. А ну, я спалю, блядь, обосру, блядь. Снимай! Давай, сука! На! Обосри её! Так это ж вот, так, я водяносная, которая запрещенная. Да, шрапнельная, вот шрапнельные снаряды. И это не стреляют по мирным жителям? Да, да. Они взрываются в воздухе, рассыпаются иголки. Вот что написано на нем. Уроды, сука, кого вы приезжаете убивать?